Читайте в «Свежей комсомолке» 18 июня. Встречать Путина в Лондоне вышел кот Дэвида Кэмерона. Чем закончился серьезный политический визит с таким несерьезным началом? И что английский премьер на самом деле думает о Сирии? Читайте в статье Дмитрия Смирнова. В Ростове от вируса обрабатывают даже песочницы. Откуда взялась зараза, поразившая уже 200 человек? И что делать, чтобы не стать очередной жертвой? Узнавали Ирина Потеря, Ольга Гапала и Александр Степанов. Почему правда о войне ссорит нас с крымскими татарами? Как фильмы о прошлом становятся идеологической пропагандой и формируют отношения между народами? Специальный репортаж Галины Сапожниковой.